любовь к футболу объединяет футболистов и тренеров, спортивных комментаторов и болельщиков, людей разных национальностей, возрастов и профессий. В Государственном музее спорта за последние несколько лет ежегодно находки совершаются такого поистине всероссийского, иногда международного масштаба. Здесь представлена крошечная часть, но мы рады, что вы ее увидите. Количество клубов росло, футбол превратился в игру миллионов. Футбол – это самая популярная игра в нашей стране. И не только исторической памяти о тех победах и великих матчах, которые мы видели. Футбол все равно – это жизнь. Это счастье и несчастье, это переживания, это эмоции. Благодаря поддержке меценатов Российской империи создавались первые футбольные команды, организовывались турниры. Могу с полной уверенностью сказать, что сегодняшний штаб во главе с Черчесом работает, считаю, намного лучше, нежели вот все эти три штаба, которых я работаю. Большую роль в увековечивании памяти, воспитании подрастающего поколения играют те исторические фильмы и книги, которые «Динамо» совместно с продюсерским центром выпустила в свет. Потому что история неотъемлемая часть нашей жизни, и помимо истории страны, и история футбола, и история спорта идет рядом, и это очень важно для нашего подрастающего поколения. Футбол объединяет, правильно было сказано, самая доступная игра. Это и есть дружба, единство, да? Жизнь – это игра. Футбол – это жизнь, это не просто спорт. Спасибо вам, Михаил Леонидович, что вы такую активную деятельность ведете. И на самом деле с появлением телеканала Матч ТВ, можно сказать, вы с самого начала ведете с нами рука об руку, готовите контент, предлагаете идеи. То есть у нас 10 телеканалов субхолдинга Матч ТВ показали 11 документальных фильмов, общее количество показов 294 раза. Как говорится, показывали, показываем и будем показывать. Которая сохраняется во многочисленных телевизионных программах, кинопрограммах, в книгах, о которых сегодня говорили. Вообще чемпионат мира нам оставил хорошее наследие футбольное. Популярность, инфраструктуру. Ну и самое главное, что было, это люди, которые к нам приехали, они увидели, что такое Россия. Футбол – это еще большая страна. Советский футбол – это великая эпоха в развитии футбола. Иногда кажется, что мы обсуждаем вроде бы простую тему футбола, а сегодня футбол – это наше все. Коллеги, у нас в этом году 10 фильмов. Один из них, который я сейчас представлю, и обещаю, что будем проводить презентации, будем вас приглашать, и очень широко это будет освещаться на экранах и на всех информационных площадках. Михаил Якушин, Алексей Хомич, Константин Бесков. Легендарные имена той великой эпохи. Мы хотим, чтобы ребята побеждали, так же, как мы хотим счастливого будущего нашему российскому футболу. И очень мечтаем, чтобы на наших теперь действительно красивых, очень современных, комфортных футбольных стадионах не было свободных мест на футбольных матчах. Спасибо всем!